а прадеду честь отдают. И слышатся песни былые, времен отгремевшей войны. И вспомнятся дни фронтовые, и радость победной весны. Заветное слово «Победа» шептал, умирая солдат. Победа, за нами победа, в атаку, ни шагу назад. Великое слово «Победа», к тебе пол Европы мы шли. Сквозь ужас бомбежек и бед, сквозь пепел спасенной земли. Бесчетные тысячи жизней потеряны в страшной войне. Герои, вы гордость отчизны, вы мир подарили стране. И всем, кто был родине предан, тюльпаны как прежде несут. Победа, ребята, победа! А в небе грохочет салют. Колмогоров Никифор Евграфович родился в 1917 году. Ушел на фронт 10 сентября 1941 года. Воевал на Северо-Западном, Западном, Сталинградском, 4-м, 3-м и 2-м Украинском фронтах. Награды: медаль за отвагу, орден Красной Звезды, медаль за оборону Сталинграда, орден Отечественной войны 2-й степени. Носков Сергей Николаевич родился в 1909 году, ушел из жизни в 1982. Ушел на войну 10 ноября 1941 года. Воевал под Сталинградом на Юго-Западном и Втором Белорусском фронтах. Связистом-телефонистом взвода связи 751-го стрелкового батальона 165-й стрелковой дивизии Седлецкой краснознаменной дивизии. После Сталинградской битвы воевал в звании старшего сержанта радистом, младшим механиком-водителем 259-го танкового полка 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта 2-го формирования. Приказом номер 811 от 4 октября 1945 года награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Войну закончил в Берлине. Семенов Изосим Алексеевич. Фотография сделана в Польше в 1944 году в городе Рончище. Войну закончил в Маньчжурии. Сорокин Владимир Дмитриевич. Родился 15 июля 1913 года. Ушел из жизни 8 сентября 1973. Призван на фронт из Бийска в 1943 году. Проходил подготовку в Омской танковой школе. В 1944 году стал командиром танка. С боями прошел до Австрии, где и встретил победу. Вернулся с войны в 1946 году. Фотография сделана в 1945. Вчера мне рассказывал дедушка Женя. Отряд партизанский попал в окружение. Осталось у них 18 гранат. Один пистолет и один автомат. Все больше в отряде погибших бойцов. Все крепче фашисты сжимают кольцо. Они за кустами, они за камнями. И крикнул мой дедушка: «Родина с нами!» И все побежали навстречу врагу. Стали гранаты бросать на бегу. Все храбро сражались, о страхе забыв. И вот удалось совершить им прорыв. Сквозь лес по болоту они уходили. А деда медалью потом наградили. Thank you.